готовились, а к матчу, к первому? Мы тоже не готовились. Не готовились. Слишком сложная игра после летнего отпуска. С каким настроем вы ходили на противника? Вообще знали, понимали, что это будет, может быть, кого-то отдельных каких-то игроков? Меня. Говори. С боевым настроением мы ходили, у них там есть два бойца, вот. Вон они там вдалеке. Эдиль Гимбердиев и Леонид Смирнов. Они лучшие были в той команде. Хотели обыграть их. Меня просто позвали поиграть, я просто приехал. Просто приехал на пляж. А что сегодня не понравилось в игре своей команды? Все не понравилось. Не бежали, не играли, играли. Мы просто вперед выбивали и забивали. Там от кочек нам повезло, забили, выиграли. Мне понравилось то, что мы нормально сыграли, просто не забили свои моменты. Могли забить больше. Короче, почему так долго не получалось забивать, а потом вот буквально перестрелка началась мячами? Мы с командой соперника договорились в первом тайме. Тот был меньше, а дальше пробиваем. В первом тайме хорошо вратари сыграли. Вы поставили что-то на такой счет? Ну да, ящик пива поставили. В первом тайме тотал меньше прошел, выиграли. Какие сильные стороны у противника сегодня можете отметить? Сильные? Дальние удары. Да. Бисеклета Смирнова. В принципе, они были все в порядке. К следующим противникам будет какая-то особенная подготовка? Смотря какие соперники будут. Какие у вас соперники в группе? Кронверские, Барсы и Шэдоус. Какая к ним будет подготовка? Самая боевая. Будем выигрывать. Я не приеду.